тремя парами этого танца. Следующий танцевальный дуэт, также представители Германии. В этой паре также есть свои увлечения. Елена интересуется модой, кино, много читает. Ну а партнер очень любит кино, картинг и фотографию. Хотя я думаю, что у танцевальных дуэтов такого уровня на хобби и увлечения остается очень мало времени. Возможно, когда они берут такой небольшой тайм-аут в летний период, все остальное время... Это активные тренировки, это выезды, это соревнования, тренинг-кэмп, как называется, тренировочный лагерь, который зачастую также проходит летом перед крупнейшими соревнованиями, такие, как были совсем недавно в Штутгарте, и которые мы наблюдали 2 недели назад также на канале Евроспорт. И они для нас также исполнили танец джайв, и сейчас мы увидим оценки этого танцевального дуэта.